Следующие ребята объединили свои таланты в крепкую команду и на кастинге завоевали любовь зрителей и судей. Monster Kids! Monster Kids — это наши звездочки, звезды Узбекистана. Это новый опыт для нас, новый этап. Новые знакомства, чтобы посмотреть другие таланты. Это тоже дает стимул дальше развиваться. Чтобы прославить свою страну, чтобы побольше знали о ней, чтобы говорили, что там есть крутые ребята, которые танцуют. Хотелось бы о жюри опять услышать: вы, ребята, вы крутые. Четыре страны, одно шоу и одна платежная система Visa. Ну что, ребята, довольны выступлением? Удалось показать вот то, что хотели именно показать? 3, 4. Да! Вау! У вас на все вопросы такой ответ? Круто, круто, круто. Ну что же думает наше жюри? Ребята молодцы. Была синхронность. И очень хорошо подготовились, чувствуется это. Танец мне очень понравилось. Ну, я хочу пожелать вам удачи. Но самая крутая была Ксюша, которая завалила всех просто. И в конце стояла такая. Спасибо. Молодцы, ребята. Браво, браво. Monster Kids, ну что ж, давайте пожелаем им удачи.
Дорогие друзья, смотрите шоу Central Asia's Got Talent на нашем YouTube-канале. Конечно же, подписывайтесь, конечно, ставьте лайки, конечно, пишите комментарии. Ну и обязательно, я вас очень прошу, нажмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить все самое интересное из мира талантов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.